новый формат наших видео. Короче, поймете. Привет, друзья, с вами Антон, команда Patriots. Мы снова в Парке Победы, снова выходной день. Санька со мной рядом нет, поэтому сегодня я хочу представить вам новый формат наших видео. Это же будут не просто тренировки патриотов, а такие немного образовательные, немного тренировочные видео, потому что некоторые написали в комментариях, что раньше наши видосы были полезны, мы там много чего объясняли, много чего рассказывали, а в последнее время мы тупо тренировались на силу, на выносливость, и да, это действительно так, потому что забыли свои корни, начали пахать просто на мощь, и простите нас. Но начиная с этого видео, будет целых 10 выпусков, посвященных продвинутым упражнениям из программы «Уличная тренировка». Ссылочку я вот здесь внизу напишу и в описании к видео можете посмотреть. И в сегодняшнем ролике я начну с изучения переднего виса. Это тот элемент, который мне никак не может покориться. Сегодня 7, 8, 9 апреля. Какой сегодня апрель? Сегодня... 8. Какое? 8. Сегодня 8 апреля, да, точнее. Сегодня 8 апреля. Смотрим, какой уровень, тренируем передний вис, покажу разные упражнения, объясню некоторые интересные вещи и надеюсь, что будет здорово. Начинаем любую тренировку обязательно с разминки. Разминку я уже сделал по схеме трухановца, опять же, видео я расположу в описании. И дальше переходим к первому упражнению, разогревающему, это отжимания от пола. Делаем по простой схеме 10, 20, 30, 40, 50 отжиманий. С отдыхом, ну давайте... Минутка другая отдыха, именно чтобы прогреться, потому что дальше мы будем делать вис. Для виса надо быть хорошо разогретым. И отжимания, как нельзя кстати, для этого подходят. После того, как мы сделали разминочные подходы, переходим к основной тренировке. Соответственно, оп, кто у нас пришел? Виталик пришел. Здорово. Так, не отвлекаемся, ребят. С чего начинаем основную тренировку? Я считаю, что начинать надо с самого тяжелого момента. Это с максимального удержания виса на том уровне, на том шаге, на котором вы сейчас находитесь. Если вы читали мою статью про изучение переднего виса за 5 шагов, то вы уже знаете, о чем я. Я, допустим, сейчас, 8 апреля, нахожусь на примерно 3-3,5, где-то шаг между 3-4. Покажу на 3-м. Удержание на максимум. То есть вы держите на максимум, засекаете, сколько это секунд длится. Даете минуту-две отдыха, делаете еще раз на максимум и так далее, пока в сумме вы не продержите минуту времени. Если это у вас занимает больше 12 подходов, то вы делаете еще раз ту же самую серию, чтобы в сумме у вас было 2 минуты времени удержания. Это критически важно для того, чтобы прогрессировать в висе, то есть начинать с самого сложного элемента, самого сложного упражнения и удерживать его именно на максимум, ставить и держать максимально качественно. Тогда у вас будет прогресс. Так, когда речь заходит о переднем висе, у вас есть три основные точки, о которых вам нужно думать. Во-первых, это спина. То есть, когда вы себя приводите в горизонтальное положение, работает спина, работает широчайшая. Чтобы все было хорошо, надо вкачивать именно подтягивания, высокие подтягивания, горизонтальные подтягивания. Их я тоже дальше покажу. Это именно для закачки широчайшей. Если с момента подъема все хорошо, но передние вы все еще не держите, то здесь одно из двух. Либо у вас слабый пресс, либо слабая поясница. Одно из двух. У меня с камеры такое бывает, она иногда падает. Сейчас я закреплю ее, и все будет хорошо. Итак, у меня, например, слабее поясница, да? Поэтому, как я это понял, я держу уголок минуту на турнике, вот вис я могу поднять, держать минуту, то есть с прессом должно быть все норм, вис не держу, значит слабая поясница. Главное, если вы хотите быстро научиться вис, а не тратить кучу времени впустую, вам нужно понять, в чем именно вы слабы, и тренировать именно эту составляющую. Сегодня покажу вообще, в принципе, все упражнения, которые я делал на подкачку именно для всех трех составляющих, и для пресса покажем, и для поясницы. А пока вот начали с этого упражнения. Я сделал уже 6 подходов, сейчас поменяю турник и сделаю на другом турнике 6 подходов. А здесь я делал на низком, чтобы у меня сразу был нужный глубокий хват и фокусировался именно на удержании.
А сейчас перейду на более высокий турник, где нужно будет именно поднимать, то есть сводить лопатки, одна из ключевых вещей. Там надо будет подниматься, и буду удерживать там. Тоже постараться буду удерживать третий уровень, третий шаг, где-то секунд 5-10, вот не меньше 5 секунд. Подходов еще 6-10 подходов, вот так. И это будет первое, это все еще первое упражнение. То есть основное, именно учимся держать вес на максимум. Так, я скажу честно, что я не вижу смысла пытаться поднять вис с прямыми ногами, если вы его не можете даже близко удержать, просто потому что вы не успеете даже почувствовать, какие мышцы работают, не успеете их напрячь, и, соответственно, толку будет мало. Погода в Питере меняется с бешеной скоростью, а мы продолжаем, сейчас вот к нам присоединится Виталик. И мы будем делать то, что на английском называется skin the cat, по-русски называется, я не знаю, перевороты. Наверное, хрен его знает, как это называется. Но суть в чем? Вы висите на турнике, прокидываете ноги между рук, опускаетесь вниз полностью, затем поднимаетесь обратно. Это одновременно тренирует и пресс, то, что вам нужно для виса, и поясницу, то, что вам нужно для виса. Итак, после того, как мы сделали подъемы, возвращаемся на брусья. На брусья. Для того, чтобы делать ключевое упражнение на прокачку поясницы и на переходы с третьего на четвертый уровень. То есть четвертый уровень, четвертый шаг, это когда у вас одна нога прямая, вторая согнутая. Но если вы не можете это держать, то вы пробуете делать... Мы знаем, как это назвать. Сейчас покажем вам смысл. Но смысл сделать как можно больше повторений, переходя из третьего в четвертый уровень, третий, четвертый, третий, четвертый. Ну, короче, все поймете. Отлично, доделали мы это упражнение. Как ощущается? Замечательно. Замечательно. Мы пробовали до него сделать другое упражнение, мы вам его не покажем, но там поясница не очень работала. А вот здесь прямо... Очень работает. Прямо очень работает, поэтому есть проблемы с поясницами, есть слабое место, это поясница в вашем висе. То делать его. И чем завершим тренировку? Завершим тренировку прессом. Естественно, надо качать не только поясницу, но и пресс. Мы будем делать упражнение на вот этой вот приятной наклонной скамье. Да? И прокачаем пресс. Вот и все на сегодня будет. Я думаю, отлично потренили передний вис. Нас ждет прогресс и успех. Сейчас только доделаем. Вот такая вот тренировка получилась сегодня. Как видите, все ушли. Никого не осталось, я один на площадке. Доделал тут немножко физуху. Вот. Ну, постепенно прогресс в переднем висе идет. Постепенно он идет. Еще какое-то время я смогу выйти на четвертый шаг. И сделать передний вис с одной ногой прямой. Вот. Ну, надеюсь, что вам оказалось это видео полезным. Если понравилось, пишите в комментариях. Будем продолжать снимать видео в таком формате. Следующий по плану у нас идет либо выходы, либо стойка на руках. Посмотрим. Пишите, что будет интереснее увидеть. И до встречи на следующей неделе, в следующем ролике. Я не знаю, что они будут чаще выходить. Чуть не забыл. В конце каждого видео я решил делать
блог с ответами на ваши вопросы, которые вы пишете в комментариях. Так что, если есть какие-то вопросы, пишите. И самый популярный вопрос был, почему перестали выходить видео. Я сделал отдельное видео на эту тему, когда научусь делать виз. Это связано с тем вызовом, который делал в конце прошлого года. Успеть до Нового года. Вызов. Ссылочку я размещу в описании, можете увидеть. По-моему, никто, кто в нем участвовал, ничего не успел из назначенных своих целей. Я в том числе. Отчасти из-за травмы, отчасти потому, что виз, он вообще не идет, ребят. Я тренирую сейчас его 3 раза в неделю по 2-3 часа. И вот мой... Уже 150 дней я вот так тренирую, и вы можете посмотреть, какой у меня сейчас прогресс. То есть это не то, чтобы я лентяй. Просто виз не идет вообще. Это абзац. Не знаю почему. Может, сидящий образ жизни. Не знаю. Если есть какие-то мысли, пишите в комментариях. Вот, вроде бы больше никаких вопросов вы не присылали. Но еще будет в конце каждого ролика и серии «Уличная тренировка», я буду отвечать на ваши вопросы. Так что пишите. Пока. Делает качки по Билану.